8 июня в Кыргызстане откроются мечети. Какие правила теперь нужно соблюдать прихожанам? Приходить в мечеть можно только в маске и со своим ковриком. На входе обязательно проверка температуры. Прихожан просят соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Запрещены рукопожатия и объятия. В туалете важно соблюдать санитарные нормы, отмечает ДУНК. Детям, пожилым и больным приходить в мечеть вообще не стоит. По рекомендациям Духовного управления мусульман Кыргызстана, в мечети не стоит находиться дольше 20 минут. Более длинные намазы лучше совершать дома. В целом, духовенство советует мечетям проводить молитвы на открытом воздухе.